Меня зовут Никитина Светлана, мне 61 год. Меня беспокоят хронические боли в спине, в области поясницы. Особенно они усугубляются осенью. Осенью у меня случаются прострелы, после которых я несколько дней не могу встать. Постоянное ощущение тяжести, ноющей боли в области поясницы. Очень трудно наклоняться. Мне это все мешает моей повседневной жизни. Я хозяйка, у меня семья. Мне надо убираться, ходить в магазины, готовить еду. И получается, что я всю осень сижу на обезболивающих препаратах. Потому что иначе просто, ну, жизнь становится невозможной. Я знаю, что принимать обезболивающие очень вредно. Но, увы, по-другому, другого выхода я не вижу.